Сегодня передо мной стоит задача сделать уютной и комфортной кухню для дружной семьи. Доброе утро, Настя. Доброе утро, Даша. Настя, какая у вас уютная, светлая кухня. Что же вам мне не нравится? Ну, мы достаточно давно делали ремонт. Уже хочется что-то новое, как-то обновить ее, добавить какой-то декор и немножко вдохнуть в нее жизнь. А сколько лет? 10-15 назад, наверное, да, это было? Да, где-то так. Да. Мы периодически делали какой-то ремонт, переклеивали обои. Да. Там меняли ламинант, потолок, а вот именно саму кухню и стол мы давно не меняли. Я вот как свежим взглядом, глядя на вашу кухню, замечаю, не сказать, что минусы, но я бы назвала это теми нюансами, которые можно поменять так, чтобы она выглядела свежее, бодрее и как-то более актуально, наверное. Да, да, хотелось бы как-то с помощью ваших знаний, умений ее преобразить, и, может быть, мы еще не один год будем здесь встречать гостей и наслаждаться тем, что вы сделаете для нас такую красоту. У меня есть несколько идей, как сделать вашу кухню уютной. Я остаюсь творить, и с вами скоро увидимся тогда. Спасибо большое. Да, да, я пошла по своим делам. Пока-пока. Ну что, кухня у нас и просторная, и светлая, и достаточно свежая. Что же здесь делать, спросите вы? А я знаю, что делать. Во-первых, хочется поработать с хранением. Заставленная столешница, есть стеклянные шкафчики со стеклянными дверцами, в которых, во-первых, не очень рационально использовано место, и все можно поставить гораздо аккуратнее. Тем самым мы освободим там место для того, чтобы переставить какие-то функциональные вещи со столешницы. Обязательно поработаю с текстилем, со светом, все, как я люблю, для того, чтобы кухня стала свежей и актуальной. Но с чего мы начнем? Конечно же, с разбора и освобождения пространства. Вынесем все лишнее, чтобы оно не мешало нам работать. У мультиварки есть наклейка, которая очень сильно пестрит, и на ней никакой нет ценной информации. Это просто информационная такая рекламная наклейка, поэтому ее я удаляю. И прибор сразу будет выглядеть более аккуратно. Опа! Вот, другое дело. Никакой пестроты. На самом верху кухонного гарнитура стоят коробки и вот такие темные корзины. Предлагаю их отсюда убрать. Их можно тоже переставить в другое место, например, на холодильник. Там их будет вообще не видно, а здесь они создают ощущение тесноты и низкого потолка. Нам такого не надо. Обожаю импрессионизм, но сюда эта скатерть совсем не подходит, слишком пестрая. А еще обратила внимание, что скатерти на резинках выглядят уж слишком утилитарно и неуютно. Здесь будет другая скатерть. А сначала я отправлюсь за всем необходимым для обновления интерьера. У меня уже есть идеи, как сделать уютной нашу кухню. Пришло время сделать покупки. В Limana Pro я найду все, что мне понадобится. Ведь для того, чтобы быстро освежить интерьер, иногда достаточно всего лишь поменять текстиль, освещение, добавить декор, и пространство станет как новое. В Limana Pro есть огромный выбор для уютных перемен. Стильные постеры, шторы, покрывала, декоративные подушки, декор и светильники. Под любое стилистическое решение. За уютными переменами в Limana Pro. Занавески на кухне я хочу поменять. Здесь очень красивое большое окно, высокий этаж, потрясающий вид. А вот эти шторки, они слишком плотные. Цвет мне нравится, но все-таки, мне кажется, плотность не кухонная, поэтому снимаю. И карниз деревянный, кстати, тоже. Он очень много привлекает к себе внимание. Я выбрала простой, беленький, и он телескопический, универсальный. От 1,5 до 3 метров. Предыдущие занавески, они хоть были короткими, вроде как кухонными, по плотности подходили больше в спальню. Я же делаю совершенно противоположную историю. Будут длинные и такие вот полупрозрачные, как вуаль.
Этот шкафчик занят красивой посудой, но на нижней полке хранятся лекарства. И мне хочется сделать это хранение чуть более эстетичным. Сейчас они стоят на такой этажерке для фруктов. Быть может, она будет использована где-то в другом месте. А для лекарств я выбрала специальную корзину, в которой их будет не так видно. Но я так понимаю, что раз они здесь лежат, значит, они нужны часто. Оставим их в этом месте. Теперь я хочу реорганизовать вообще здесь хранение. Для этого мне нужно все из ящиков вынуть. Таким образом, я просто смогу оценить, какие категории посудки здесь хранятся и как я ее потом расставлю. Так, ну, с этой мелочью все понятно. Потом найду ей место. А сейчас покажу штуковину, которая организует чашки и блюдца. Здесь есть специальные крючки для чашек и две полки для блюдец. К тому же здесь есть, например, вот я вижу, что довольно высокая секция, как раз позволит нам эта этажерка увеличить полезную площадь хранения. А вот на эту вазу и на ее коллегу Джель-чашу у меня есть другие планы. Эта кухня мне позволяет отлично продемонстрировать, как можно не просто навести порядок в шкафах, а организовать все так, чтобы этим было удобно пользоваться, чтобы все было на виду, а не вот в такой вот куче, где крышки перемешаны с контейнерами и полотенцами. Предлагаю разобраться в этом ящике. Кстати, ящики в нижней части кухни – это самая лучшая идея. Выдвигаете, и вам сразу видно все его содержимое. Здесь еще один ящик, по сути, с тем же содержимым, только вместо крышек – сковородки. Смотрите, сколько всего оказалось в этих двух ящиках. Я специально разложила все по категориям. Сковородки к сковородкам, кастрюльки к кастрюлькам. Так становятся более понятные объемы всех предметов. Для того, чтобы организовать крышки, я буду использовать такой вот раздвижной разделитель. Сейчас я его соберу полностью. Во-первых, подгоню под размер ящичка. Большие крышки, поскольку они совсем вертикально встать в этот ящик не могут, он не закроется, я буду располагать немножечко так, полулежа. Тогда все сложится. Ну что, почувствуйте разницу. Вы спросите, куда же девать столько пластиковых контейнеров? У меня есть ответ. Я предусмотрела дополнительное хранение на этой кухне. В доме, где двое детей, где много готовят, лишнего хранения точно не бывает. И это хранение тоже будет закрыто. В магазине я выбрала такой универсальный шкафчик для хранения всего. Единственное, он идет без ножек. В моих запасах ножки нашлись, потому что я считаю, что такая вот корпусная мебель смотрится гораздо изящнее, когда стоит на ножках. Да, и прибираться на самом деле тоже удобнее. Вся пластмассовая утварь спрячется в этом шкафу. И текстиль запасной, кстати, тоже. В этой комнате обои с рисунком, поэтому я решила вместо какой-то картины, тоже активной, повесить сюда зеркало. Во-первых, оно добавит больше объема, больше света, и удачно оно отражает противоположную сторону кухни, так что получается, как будто бы балансирует эту комнату. Там дерево, смотрим, и тут дерево. Кухня мне нравится, пускай отражается. Мы не делаем ремонт. Преображаем пространство только декоративными приемами. Но есть вещи, которые на кухне просто необходимы. Установим хозяевам мембранную систему очистки воды Аквафор Марион. Воду можно будет пить прямо из крана. Аквафор очистит воду от вредных примесей, включая бактерии и вирусы. Система очень компактная, поэтому идеально подойдет даже для небольшой кухни. Это уютное утро, и я продолжаю делать красивой и комфортной кухню Анастасии.
Эту тумбу я задумала не только как дополнительное хранение, оно в этой кухне действительно нужно, но и место для этого цветка. Раньше он стоял внизу на полу и едва торчал из-за стола. Ну и что говорить, роскошно смотрится. Теперь у этого дерева здесь действительно главная роль. Помните, еще на стенке были семейные фотографии? Я их хочу развесить и расставить немножечко иначе. Большая рамка пойдет на стенку над детской кухней, там, где вытяжка. А маленькие фото я решила вообще не вешать на стену, а использовать это место на тумбочке. Сейчас я их переобую в новые рамки и поставлю. Новые рамки отличаются от старых не только цветом самой рамки, но и наличием паспарту. То есть рамка чуть большего размера и внутри такая картонная вкладка. Смотрится фотографии в таких рамках гораздо более эффектно. Сейчас и проверим. Ну что, зацените разницу, насколько эффектнее стала смотреться фотография, как будто ее стало даже лучше видно. Пока я разбирала шкафчики, в двух разных местах я нашла две вот такие замечательные досочки и подумала, что они составят идеальную композицию с этой мельницей. Тут триптих, и здесь будет у нас такой тоже гжельский триптих. Перейдем к организации мойки. Здесь все просто. Вместо бутылки бытовой химии с логотипом и надписями я выбрала вот такие аккуратные пластиковые дозаторы. А чтобы спрятать мочалочку для посуды, приклею в мойку вот такой вот крючок. Прелесть такого крючка в том, что, во-первых, губки не видно, вот совсем ее не видно, а она есть. И второе, это то, что она замечательно сохнет, а не киснет в каком-то контейнере или просто на мойке. Да, как обстоят дела с порядком в этом шкафчике, мне совсем не нравится, но тем интереснее будет мне это положение поправить. Делать я это буду при помощи разных контейнеров. Вот такого. Он для специй. Это универсальный контейнер. Я их сразу много купила, подходят для всего. Вот подобных поворотных подносов, в них уже хорошо ставить специи во всяких стеклянных баночках. И вот таких вот баночек. Купила их тоже несколько штучек, чтобы пересыпать сюда, например, сахар. Ну что, совсем другое дело. Смотрите, я поменяла контейнер для специй. Предыдущий был нормальный, но голубой. Я предпочитаю делать контейнеры нейтрального цвета, к тому же сам шкаф белый, поэтому хорошо смотрится. Распределила специи по специальным подносикам. Теперь не нужно залезать рукой вглубь шкафа, а просто достаточно повернуть так, чтобы найти нужную приправу. Здесь и здесь. Травы, которые используются и завариваются редко, я отправила наверх в контейнер. Можно будет легко достать их оттуда и посмотреть. И самое главное, такие травы обычно просыпаются. Раньше они просыпались в шкаф, сейчас будут просыпаться в контейнер. Ухаживать будет гораздо проще. Сахар пересыпала в баночку, и чай, который был в обычном полиэтиленовом пакете, тоже пересыпала в стеклянную банку. Красота и эстетика. Наводить порядок в ящике с приборами я буду при помощи таких вот универсальных контейнеров, которые собираются как конструктор. Сейчас покажу, как это используется. Ну, для начала нужно разобрать, что здесь есть. Так, и в принципе сразу можно на самом деле разложить столовые приборы по контейнерам. Заодно станет понятно, какие куда. У них есть такое замечательное свойство, их можно, в принципе, поставить рядом, но они вот так вот крепятся друг за дружку, поэтому не будут елозить по ящику. Итак, что у нас есть? Ложки. Дальше, вилки. Наглядный пример того, что хорошая организация – это не только про там, красоту, это в первую очередь про удобство. Я уверена, что теми приборами, которые лежат вот здесь в глубине, просто не пользовались. До них не могли добраться. С ящиком для приборов я справилась. Остались два ящика с бакалеей и сладостями. Сейчас я с удовольствием с ним тоже разберусь. Для начала все выну на столешницу.
смотрите, как стало сразу аккуратно. И даже дети будут знать с самого детства о порядке вещей. Это уютное утро, и я продолжаю обустраивать кухню для Насти и ее семьи. Стульчики возвращаю на место, они мне очень нравятся. И стол нравится. Понимаю, почему его прикрывали скатертью, но и я тоже приготовила скатерть для этого стола, только очень и очень красивую. Ну что, смотрите, насколько чище смотрится этот интерьер с простой белой скатертью, не с цветной. Еще помните, я в витрине нашла вазу и поняла, что ее нужно обязательно поставить на стол. Дополнила ее декоративным букетом. Синий цвет к нам снова вернулся в виде гжели, в виде таких декоративных гортензий. И еще пара деталей. Ну вот, красотища. И мне очень приятно, что мы использовали ту посуду, тот декор, который нашли у хозяев где-то глубоко в витрине. Торшер – обязательный элемент в любом интерьере. Я очень люблю, когда много разных сценариев освещения, и кроме потолочного света здесь споты на натяжном потолке, считаю, что обязательно должен быть какой-то нижний свет, который в данном случае будет освещать, ну, можно поставить к столу, а можно просто вот так аккуратненько подсвечивать тумбочку. Чай пить вечером при таком свете гораздо уютнее. У меня почти все готово, осталось только расставить бытовую технику, а пока Юлия Костюшкина получит ответы на важные вопросы о нашем здоровье. Доброе утро! Одну и ту же простуду разные дети переносят по-разному. У кого-то все ограничивается легким насморком и кашлем, который проходит за 5 дней, а у кого-то обычная простуда может закончиться воспалением придаточных пазух носа, среднего уха или даже верхних дыхательных путей. Многих родителей волнует вопрос, ну почему же так происходит? Как эффективно лечить простуду? Для того, чтобы быть во всеоружии, необходимо собрать заранее противопростудную домашнюю аптечку. Займемся этим прямо сейчас с врачом-педиатром Александром Анатольевичем Ивановым. Александр Анатольевич, доброе утро! Здравствуйте! Как же уберечь детей во время простудных заболеваний? Самое главное, как можно уберечь детей, это заниматься профилактикой. Профилактика – это очень много разных мероприятий. Это и частые прогулки, часто проветривать помещение, закаливание, много спорта. Да, вот сейчас, особенно когда приближается период повышенной заболеваемости, маски нужны в общественных местах. Вообще лучше, вот когда самый пик заболеваемости, избегать вот этих самых общественных мест. Александр Анатольевич, что должно быть обязательно в домашней противопростудной детской аптечке? В аптечке в первую очередь должен быть градусник, так, чтобы мы могли понять, что ребенок вообще заболел. Жаропонижающие средства. При каких градусах мы снижаем температуру? Я бы снижал температуру от 38,5 градусов. Выше снижаем, ниже не снижаем. Хотя я еще исхожу из состояния ребенка. Если 38,5 он себя прилично чувствует, то можно подождать еще, понаблюдать. В общем, наблюдать. Да. Так, что следующее? Средства от насморка. Потому что вообще сопли – это у нас практически основной симптом. Средства от боли в горле. Противовоспалительные препараты. Угу. Средства от кашля. Ингалятор. Потому что вообще у детей часто на фоне простудных заболеваний возникают обструкции. И тут только нам ингалятор в помощь. Наполнители для ингалятора. И местно раздражающие препараты. Это что такое? Горчичники, перцовый пластырь. Средства старые, но проверенные. Почему лучше купить все детские препараты заранее? Заранее купить лучше, потому что, собственно, простудные заболевания – это острые заболевания. Возникают когда угодно. Может ночью возникнуть, может ранним утром возникнуть. Поэтому аптеки закрыты. Куда бежать? Бежать некуда. И от больного ребенка далеко не убежишь. Поэтому лучше все приобрести заранее. Нужно ли обращать внимание на препараты для профилактики заболеваний? Да, лучше всего в домашнюю аптечку добавить витамины и средства для промывания горлышка, носа – это солевые растворы. Пришел ребенок из школы, из садика, промыли – и все. Вероятность заболеть уже меньше. Сухой и влажный кашель можно ли лечить одним средством? Нет, это совершенно разные ситуации. Сухой кашель – это просто раздражающее воздействие микроорганизмов на дыхательные пути, а влажный – это тоже раздражающий, но уже с выделением большого количества мокроты. Поэтому препараты здесь будут совершенно разные. Для сухого кашля лучше всего подходит
периферическое противокашлевое средство. Это леводропропизин. Что же оно делает? Оно способствует уменьшению кашлевых рефлексов, и вообще ребенку становится легче. Что такое муколитики и можно ли их использовать для детей? Муколитики – это средства, которые способствуют разжижению мокроты, выведению ее. Использовать у детей их можно и нужно, но с осторожностью надо применять у маленьких детей, потому что у них еще не очень развит кашлевой рефлекс. Для каждого вида кашля свой препарат. При влажном кашле – Флуифорт. Флуифорт разжижает мокроту и уменьшает ее объем, тем самым способствует выведению мокроты из бронхов. Для лечения сухого кашля препарат периферического действия – Левопронт. Левопронт работает в бронхах с первого дня применения и не оказывает влияния на дыхательный центр. Флуифорт сироп и Левопронт подходят для лечения взрослых и детей с 2 лет. Александр Анатольевич, я вас благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Хорошего вам дня. Спасибо. Берегите себя, будьте здоровы и не кашляйте. Занимайтесь спортом, любите жизнь и избавляйтесь от вредных привычек. А с вами была я, Юлия Костюшкина. Ну что, кухня готова. Передо мной стояла задача сделать ее не только уютной, но и правильно организовать хранение. Я перебрала самые сложные ящики, в которых хранится посуда, сковородки, посуда для чаепития, ежедневная посуда, специи. Эти ящики используются чаще всего, и чем более удобно там будет организовано хранение, тем дольше будет там оставаться порядок. И я уверена, что он теперь тут поселится надолго. Ну и, конечно, я навела на кухне уют, я поменяла шторы, поменяла текстиль на столе, добавила декор немножечко, поменяла местами некоторые декоративные элементы, кое-какие добавила. И вообще у нас нашлись прекрасные запасы декоративных таких досочек, вазы, все в одном стиле, и как-то все это заиграло. Очень приятно получилось. Ну и появилось еще на стене зеркало. На все эти преображения я потратила 24 003 рубля. Я очень довольна результатом, надеюсь, и хозяйке тоже понравится. Сейчас узнаем. Ну что, Настя, заходите. Ух ты, какая красота. Проходите, проходите. Ничего себе. Красиво. Да, какое обалдеть. Зеркало, Вероника. Какие цветы красивые. Все вот это вот в голубом цвете, в котором, да, вообще красота. Вообще, я очень вдохновилась этой кофемолкой на стене. Мне очень нравится сам форм-фактор. И это гжель. И, собственно, вот эти подставочки, да, или досочки я нашла в ваших шкафчиках. И в том числе и вазочку тоже. И решила, что они должны быть на виду, а не попрятаны где-то в серванте. Да, да, да. А нашла я их, потому что разобралась в шкафах с посудой и продуктами частого пользования, организовала так, чтобы вам было удобно. Во-первых, вы уже заметили вот, да, маленькую тумбочку, туда отправились все контейнеры, вся пластиковая посуда, так, чтобы у нее было свое отдельное место, потому что тут она же объемная, занимает много места и мешается всей красоте. Вот можно здесь, например, давайте посмотрим. Ничего себе, какая красота! Смотрите, какие штуки! Не нужно, да, теперь туда тянуться рукой, да. Можно покрутить здесь и здесь. Класс, вообще. Специи все на месте, там чаечки, потом вот это. Ну, мне точно не хватало. Вот это мой любимый шкаф. Та-дам! Ой, ничего себе, какая красота. Да. Ой, как организовано. Здесь. Этот шкаф у нас любимый. Его все любят. И вот. Ух ты, как классно. Мы установили вам мембранную систему очистки воды Aquaphor Marion. Забудьте о покупке воды в бутылках. На вашей кухне теперь всегда чистая питьевая вода прямо из крана. Система очень компактная и при этом существенно экономит ваш бюджет. Менять модули достаточно всего 1 раз в год. Какая красота! Спасибо большое! Спасибо!
Ну что, вам нравится? Да, очень все супер, спасибо большое. Можем обняться? Да, с удовольствием. Спасибо большое. Каждое утро может стать уютным, и теперь у вас есть несколько идей, как сделать его таким. Пока, пока. Пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Красиво. Да. Ну, в общем, все по-другому. Обалдеть, да? Столько места прибавилось. Да, и место как-то прибавилось.